Здравствуйте, с вами любимая компания «Электромотор», и сегодня мы ответим на вопрос, как выбрать чебуречницу. Компания «Электромотор». Итак, перед вами представлены чебуречницы торговой марки «Киеве». Все они выполнены у нас из нержавеющей стали. Они отличаются у нас объемом, получается. Чебуречница на 5 литров габариты, чебуречница на 8 литров и чебуречница на 11 литров. Самый оптимальный вариант, который мы можем рекомендовать вам, это чебуречница на 11 литров. При небольших габаритных размерах она имеет большую вместительность. Габаритные размеры ее составляют 360 на 590 на 290. Получается вес ее 11 килограмм. Выполнены все чебуречницы абсолютно из нержавеющей стали. Оснащены удобными терморучками. Итак, что есть особенностями? Особенностями перед другими аналогами является то, что у нее есть регулятор температуры 200 градусов, максимальный 200 градусов. У других аналогов он составляет 190. Что еще есть у нас особенностью? Цены внутри у нас выполнены из нержавеющей стали. Стены у нас съемные, то есть вы можете снять, сейчас вам покажем. Вот здесь вот они снимаются. Положи, покажи, сними. Сейчас сниму, минутку. Стены у нас съемные. Легко достаются, снимаются, моется ванна. Одеваете назад и приступаете к работе. Так, что является еще особенностью? Отсекатель температуры защищает ваш прибор. То есть, если терморегулятор. Если вот у нас тут есть терморегулятор, ну, как он работает, если он выходит вдруг из строя, то ваш прибор защищен отсекателем. Также, что есть также важным, что тоже вот корзина у нас тоже нержавеющая сталь выполнена. Все, как видите, разбирается легко, быстро моется. Если это у вас фритюрница, то в комплекте у нас идет сито нержавеющей стали. 1 мм его толщина, верхняя сетка 3 мм, терморучки. И также внутри у нас находится специальная вот для установки, для стечки жира, специальные зазорчики. Устанавливаем, очень удобно, жир стекает. Ну, перенесли. Украинское производство. Мы рекомендуем продукцию торговой марки «Киеве». Очень широкий ассортимент различного ресторанного оборудования. Также смотрите, что хотим вам предложить. Также бывают чебуречницы, вот у нас внизу, небольшие, с двумя съемными ваннами. Входят вот такие вот небольшие сетки, также нержавеющая сталь, внутри тены, все снимается, все моется, регулятор до 200, в общем, занимает немного места. Выбор уже за вами, какого объема вам покупать. Ну, рекомендуем, если это фритюрница. Если это чебуречница, то рекомендуем вам брать вот именно эту модель FC11. Помещается много чебурека. Звоните в компанию. А здесь много помещается в этом? Вот, да, что вот эту модель, которая FC5, у нас помещается всего лишь один чебурек. Поэтому решайте выбор за вами. Звоните в компанию «Электромотор» 530-38.